Созрели богатые хлеба. И чтобы не пропало ни одно зерно, нужна машина, достойная такого урожая. Наглядным примером научно-технического прогресса в сельском хозяйстве станет новый зерноуборочный комбайн «Дон». Эта машина умеет многое. У подборщика комбайна «Дон» такой захват, что он может поднять с земли хлебные валки практически любой ширины. Если нужно, навесное устройство демонтируется буквально на глазах. Только что был подборщик, а вот комбайн уже прицелился к жатке, подцепил ее и может тут же приступить к работе. Причем жатки по необходимости могут быть разные. Дон годится и для богатых урожайных полей, и для тех, где непогода положила хлеба, где особенно трудно избежать потерь. Прежние комбайны подолгу простаивали, выгружая зерно. У Дона бункер в два раза больше, а освобождается он всего за 1,5 минуты. И зерно мы получаем отличного качества. Уборка соломы тоже продумана детально, по-хозяйски. Можно убрать ее в специальный прицеп. Можно укладывать в валки. Можно, как потенциальное удобрение, рассеять по полю. При этом потери зерна минимальные. Недаром Дон называют комбайном универсальным. Он может убирать практически все виды зерновых культур. Достаточно сменить жатку на соответствующее приспособление. Кукуруза отправляется сразу в два адреса. Измельченная незерновая часть на корм скоту, а зерно в закрома. И подсолнечник, и рис, и бобовые, и даже семенники трав может убирать этот удобный комбайн. Действительно удобный. Все предусмотрено здесь для того, чтобы создать комфортные условия для работы комбайнера. Кондиционер, электрогидроуправление, электронная система контроля за работой отдельных узлов. Это мощная машина, благодаря прекрасной маневренности, может приспособиться к любому ландшафту. Существует две базовых модели комбайна. Дон 1200 с шириной молотилки 1200 мм и мощностью двигателя 125 кВт. И еще более мощная модель Дон 1500. Кроме того, отработаны специальные модификации для особых условий. Для горных склонов, где Дон может работать даже при уклоне 40%. Для нечерноземья с его переувлажненной, вязкой почвой. Для уборки риса. Модель с повышенной проходимостью на гусеничном ходу. Комбайн «Дон» – трудовой подарок ростовских машиностроителей 27-му съезду партии.